1000 РР, 2006 год, цена 695 тысяч, пробег 27,5. Состояние отличное, установлен нештатный такой глушитель и еще дополнительный, поэтому мы считаем, что мотоцикл скорее всего полносильный. Вот, по ПТС-ке у него будет стоять стандартно 98 или 100, точно не помню, но не зря поставили второй выхлоп, скорее всего, вот он полносильный. Проверить мы не можем, стенда нет, и разогнаться, соответственно, за 200 плюс мы не будем. Вот. Карбоновая накладка на баке. Вот такое крепление для шлема. Нестандартная рамка под задний номер. Резина мягкая стоит. Год 2019. Задний тормозной выработка. Ну, процентов 5 максимум, наверное. Колодки остаток процентов. Тут 40 точно есть. Нештатные подножки стоят. Плюс защитки. Слайдер есть. Нештатные ручки. Такое карбоновое крыло переднее. Вилочка на сухая, чистая. Передний тормозной износ вообще так вот даже пальцем не берется. И по остаткам колодок примерно как сзади, тоже процентов 40. Резина тоже в отличном состоянии, очень мягкая. И тоже 20-й год передняя резина стоит. По пластику мотоцикл абсолютно весь целый. Можете обратить внимание, что эгоист. Сзади сиденья нет, заглушка. Цепь звезда, как я и говорил, отлично все. Пульты в превосходном состоянии. Два ключа. Есть такой вот USB разъем, держатель для гаджета, датчик передачи и вольтметр. Свет полностью можно выключить вот этой клавишей. Работает, конечно. Ух, зверь. Едет он тоже отлично. Это просто машина для перемещения во времени.